Нет. Торопишься? Торопишься? Ударь на мешке, ударь. Ну и что? Ты даже до мешка не допрыгивать не достаешь. Где ты с мешком работаешь? Почему ты останавливаешь? Вот это, зачем вот этот перескок, вот этот, вот на ногу? У тебя, смотри, ситуация. У тебя вот это положение здесь будет за счет того, что будет вот это короткое. Это двойка. Это двойка. Тем более двойка скоростная. Ты ее пытаешься ее ударить со взрыва. Ты ее пытаешься ударить со взрыва. У тебя вот движение. Посмотри, что у тебя происходит. Такая дернула вниз. Сама плечики упала. Тан! Ты уже на средней почти дистанции. Короткое действие. Так. Ногами. Очень коротко. Здесь вот на таком расстоянии вот работает. Вот оно ты. Так. Вот мои ножки, вот они. Вот они как были вот подо мной. Вот они так и сработали. Оп-та-там, оп-там. Та-там, оп-там. Можешь так сделать? Вот без, давай, вот без силы. Иди ко мне, на. Без силы, давай. Вот такой темпоритм. Давай сейчас вот без сброса такого. Оп, раз, два, оп, раз. Давай. Пошла. Ушла. Левая, дружно. Левая нога в меня должна всегда быть. Если левая нога уходит от меня, это значит, что ты во время удара твоя рука опережает твое плечо, и нога не грузится опорной, в данном случае передняя. И она у тебя на ударе уходит вот сюда, и на левом также. Она уходит в сторону, потому что она пытается зацепить тебя, чтобы ты не завалилась. Нога идет вперед вместе с задней ногой по ходу движения. Я вверх и наношу удар. Не торопись рукой, все у тебя хорошо получается, просто не торопись. Давай, дорогая, подняла ручки. Вниз, назад, назад, вниз, а не назад. Ты не лучник. Так, вот, вот оно, поймать. Ты не поймал опять локоть на правом ударе. Еще раз. Брос. Ну справа-то отпускай на втором ударе. Так, где? Зачем ты вот тут перепрыгиваешь полчаса? Смотри, момент какой, смотри. Вот у тебя на двойке, смотри, где происходит ситуация. Раз, и ты начинаешь прыгать и потом бить. Правильно, локоток, да. Но плечо уже пошло, здесь два, удар, двойка идет. Здесь уже плечи вот тут переворачиваются, перерабатываются. А у тебя получается вот это движение. Вот что ты делаешь. Двойка должна сработать, плечевой переворот. Пошла. Во! Во-во-во-во-во! Молодец! Нет. Ну, что сейчас? Вот сейчас, ты понимаешь, что ты остановилась сейчас? Да, потому что я так отпустила. Да, что ты вот так сделала движение. Что у тебя не вот это получилось, а вот это вышло. Во! Вот сюда пятку добавь. Вверх. Где пятка? Справа есть. Левая пятка где? Пойдет. А? Что? Объяснение. Двойка через взрыв получается. Да, двойка на ускорении со взрыв идет, разгоняете себя через сброс, то есть находясь на дальней дистанции, делаете сброс, движение, дернул, пролетел, и здесь короткий, здесь очень жесткий голеностоп должен быть. Да, именно не просто побежали к противнику, а именно мягко, 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 бросил плечики вниз, и первое движение у вас
так, взрыв сразу происходит. Очень важно, чтобы ваши ноги были под собой, чтобы вас туда не занесло. Потому что этим подскоком, движением вниз, сброс плечевого корпуса, вы уже сокращаете немножко дистанцию. На выходе разворот тоже сократили дистанцию. То есть вы уже как бы оказались почти на средней дистанции. Да. Да, то есть двойка такая, взрывная двойка с резким разгоном. Движение сбросом вниз. Очень важно, чтобы ваша рука вот не опережала вас здесь. Она не уходит, я бросаю плечики вниз, так, вместе с рукой. Вниз, вверх. Так, так. Две пятки. Ну, надо сначала, вот видели, сейчас делали долго. Надо медленно сначала прорабатывать, ловить правую ногу, носки, жесткая стопа, двойка взрывная, скоростная, поэтому ноги жесткие должны быть, голеностоп. Ну и подрабатывать здесь, не сильное вращение, разворот, здесь нету такого, здесь раз, да остановись ты, Леша, остановись. Раз двойка скоростная, взрывная, то не будет длинный удар. Здесь будут короткие действия. Та-та. Такие короткие действия, короткие, но жесткие. Все, пойдемте. Лех, что ты делал? Что ты бил? Покажи. Шлепок идет такой, звук стоит, а? Покажи. Спасибо. Взаимно.